Инвесторы биткоина ищут варианты внебиржевой торговли. Bitsmedia сообщает, что происходит это из-за того, что с 30 сентября многие криптовалютные биржи Китая вынуждены были остановить свою деятельность. Ранее большинство трейдеров проводили внебиржевые сделки в мессенджере WeChat, но из-за правительственных репрессий сменили его на более конфиденциальный Telegram. Помимо этого, есть также информация, что в Китае могут заблокировать некоторые криптовалютные сайты, а также заморозить торговлю. Итак, если будут отрезаны основные каналы связи с Китаем, то нарушена будет и связь с сети, а значит, биткоин ждут нелегкие времена. Однако никаких официальных заявлений на этот счет пока не было.